Ребят, слов нет, одни эмоции. Классный объектив. Привет, ребята! Это программа «Профессия фотограф». И сегодня в выпуске топ моих самых любимых объективов на Canon, а конкретно на Bayonet EF. Ребят, я перепробовал огромное количество объективов, у меня было порядка там 20, может быть 25 разных стекол от разных производителей, и сегодня я вам расскажу о самых лучших из них. На пятом месте в сегодняшнем топе объектив Canon 17-40 с диафрагмой 4.0 с красным колечком с буковкой L. Хорошее стекло за относительно небольшие деньги. Да, конечно, весьма темновато, но я, в общем, как-то с этим мирился и достаточно много снимался вспышкой. Резкий, точный, четкий, минимальное винетирование, чего не скажешь о сигмах, например. Наверное, даже жаль, что я его продал в свое время. Хотелось чего-то нового. Он заслуживает законного, почетного пятого места. Место номер 4. Замечательный объектив. Телескоп от Canon с красным кольцом 70-200 с максимально открытой диафрагмой 2.8 белого цвета. В потоке остальных фотографов вас считают мега профессионалом, у вас самое большое стекло. На самом деле все просто, хорошее стекло, четкое, резкое. Я покупал его без стабилизатора изображения, в общем, он мне особо и не был нужен. Качество картинки, боке, возможность менять фокусное расстояние от 70 до 200, отличный портретник. Объектив достаточно тяжелый, громоздкий, это его огромный минус, но заслуживает. Почетное четвертое место. Так, что-то как-то я в каком-то баянистом месте снимаю. Топ баянистых мест для фотосъемки. Сними меня на железной дороге, сними меня на крыше, сними меня в туалете, сними меня в разрушенном доме, сними меня у березки. Это был топ баянистых мест. Теперь вернемся к нашим объективам. На третьем месте нашего мега-хит-парада объектив Canon 85 мм. 1.2. Что могу сказать? Прекрасный объектив на Canon. До сих пор у меня есть в комплекте 1.2. Красное колечко. Единственный недостаток — выезжающий хобот. Собирает пыль. Не принципиально, конечно. Слушай, пацанчик, ну-ка иди сюда. Полтинник есть? Чё нормальному пацану в облом полтинник дай? На втором месте самое популярное фокусное расстояние 50 мм. В нашем топе 1.2. Красная полосочка Canon. Считаю, что подобный объектив должен быть в сумке любого профессионала. Первое место нашего сегодняшнего топа. Мега супер любимый мой объектив. Жаль, я его недавно разбил. Canon 24 мм. 1.4. Резкий как понос. Отличный цвет. Красивый боке. Я не знаю пока лучше объективов. Просто не знаю. Он стоит своих денег. Он шикарен. Это был топ любимых объективов по мнению программы «Профессия фотограф». Если вам нравятся подобные видео и вы хотите видеть программу «Профессия фотограф» и дальше, первое, ставьте большие пальцы вверх. Второе, подписывайтесь на канал. Третье, вступайте в группу ВКонтакте и присылайте ваши сообщения. Четвертое, добавляйтесь лично в друзья. И пятое, делайте репост. Всем удачных кадров. Пока.